Члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партії обговорюють можливість ухвалити закон про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні у 2023 році. Виглядить, на самом деле, все дуже-дуже нерадісно. Нагадаємо, що раніше лідер республіканців у Палаті представників Маккартні попередив, що його однопартійці не збираються надавати карт-бланш для України, тобто підтримувати постійне фінансування її потреб у зв'язку з війною проти Росії. У зв'язку з цим представники демократів та республіканців розглядають можливість ухвалити законопроект про фінансування уряду після проміжних виборів до Конгресу для забезпечення набагато вищого рівня військової та іншої допомоги, ніж попередні пакети допомоги для України. Цієї суми буде достатньо, щоб переконатись, що Україна зможе ефективно наступати протягом наступного року, повідомив NBC News сенатор-республіканець, обізнаний з цим питанням. Юрій Юрійович, ну от смотрите, зараз ситуація йде по ескалируючому сценарію. Вот, безусловно, так сказать, є відчуття, що со стороны севера, с Беларуси, может последовать наступление новое. За эти 8 месяцев это уже будет второй раз. Вот, наступление на Украину. Причем даже сегодня заявление сделал Генштаб ВСУ о том, что вероятность высока. То есть повышается. Потому что продолжается передислокация российских войск на территорию Беларуси, официально заявляет о 9 тысячах, но на самом деле похоже, что их уже больше, потому что они там совершенствуют аэродром в Гомеле. Вот, там мы видим, что и перебрасываются и танки, артиллерия, то есть, ну, все, что необходимо для ведения боевых действий. И она явно не лишняя. Она бы пригодилась и на востоке, и на юге Украины, где идут ожесточенные бои. Но, тем не менее, Путин это делает. Это означает, что по всей вероятности, что следует ожидать, если ничего не произойдет экстраординарного, то, о чем мы сейчас будем говорить, то, скорее всего, с высокой степенью вероятностью мы увидим повторение сценария выдвижения с севера на Украину. Ну, вот тут говорят, что, может быть, не на Киев, а чтобы перерезать поставки на Львов, куда-то туда. Ну, в любом случае, это как бы такой сиквел этого, хоррор-фильма, мы можем увидеть в ближайшее время. Вы вот скажите, Юрий Георгиевич, я знаю вашу позицию, я с ней солидарен в том, что Беларусь оккупированная страна. Есть ли у Лукашенко хоть какая-то возможность уклониться от этой миссии, в кавычках почетной, ну, то есть не использовать вооруженные силы Беларуси в этом наступлении с севера, воспрепятствовать этому, или же, оставаться в той же роли, статус-кво, ничего не делая и просто наблюдая со стороны? То есть какие у него, в принципе, возможности, если их оценивать вот перед тем, как мы поговорим о том, что может сделать остальные? Ну, смотрите, статуса кво на самом деле у нас нет. Вот ни у кого. Нет статуса кво для Украины, нет статуса кво для Беларуси, нет статуса кво для России и нет статуса кво для НАТО. Мы с 24 февраля находимся в беспрецедентной ситуации, когда вот все статусы кво нарушены. В том числе и статус-кво границ 45-го года, в том числе и статус-кво границ 91-го года. Вот это абсолютно все уже нарушено. Нарушено это Путиным. Будем откровенны. Нарушено это Путиным, и мы к этому вопросу можем вернуться. Но мы прозевали Беларусь. Когда именно мы ее прозевали, там, спорный вопрос, мы ее прозевали. Потому что в книжке, которая в 15-м году уже была опубликована в Киеве на русском, на украинском, в Варшаве она тоже была опубликована, «Третья мировая битва за Украину», мы со Станчевым, харьковским историком, писали, что нужно следить за Беларусью. И если мы заметим переброску российских войск в Беларусь, то это будет означать неминуемое начало войны, большой войны с Украиной. Мы все это прозевали и увидели в 22-м году, после 24 февраля, или с 24 февраля, наступление из Беларуси. Потому что нельзя захватить Украину, не захватить Киев. А на Киев можно наступать только из Беларуси. Это такая банальная истина, если посмотреть на карту
Европы. А вот сейчас совершенно очевидно происходит новое сосредоточение российских войск в Беларуси. И предположить, что оно случайное, мы не можем, а вот предположить, что Путин будет делать вторую попытку захвата Киева, я думаю, что мы можем вполне легко. Можно, конечно же, считать, и я с этим согласен, что вторая попытка захвата Киева будет не менее как бы провальной, чем первой. Потому что за эти 8 месяцев украинская армия подготовилась как бы к сопротивлению еще лучше. А российская армия первого эшелона, безусловно, была лучше, чем та российская армия, которую вот сейчас сконцентрирует Путин в Беларуси, чтобы он там не сумел бы сконцентрировать. Проблема не в этом. Проблема в том, что это последняя попытка Путина выиграть войну против Украины, ну, с помощью обычных средств вооружения, назовем это так. Потому что после 8 месяцев, которые вот уже через 4 дня у нас будет 8 месяцев войны, Путин потерял первый эшелон своей армии, мы это знаем. Неважно, сколько именно убито, сколько именно ранено, сколько именно там, в плен попало, сколько именно сбежало. Первый эшелон потерял. Второй эшелон тоже потерял. 21 сентября он объявил о мобилизации 300 тысяч, но к моменту окончания его речи эти 300 тысяч ушли за границу просто вот целиком. Да? Значит, сейчас он набирает целый третий эшелон. Он его наберет, потому что Россия страна большая, человеческая жизнь ничего не стоит. Сколько Россия будет терять в этой войне, Путин вообще не волнует. Абсолютно потрясающе, но я считаю, и как-то не то, что на это не обратили внимания, но, может, так не очень обратили. Было потрясающее выступление Путина по поводу того, как он собирается отправлять на поле боя солдат после там, 5 дней подготовки, 7 дней подготовки, 16 дней подготовки. Да? Да, ну, да. Все бы это было смешно, если бы это не было бы так грустно. Да? Вот их после 16 дней подготовки будут бросать против украинской армии, которая, между нами говоря, 8 месяцев уже воюет и очень даже успешно, и к тому же на своей территории. Так что это как бы часть нам ясна. Но у Путина остается один как бы козырь, он серьезный, он нам неоднократно озвучен, этот козырь, а это ядерное оружие. Значит, пока что, как мы видим, на земле Путин воевать не может. У него есть преимущество, ну, такое очевидное, да, с возможностью нанесения ударов с воздуха. Нет. Он этим преимуществом пользуется. И это как бы слабое место Украины, безусловно. Значит, проблема, между нами говоря, я думаю, в следующем. Вот все эти 8 месяцев, при том, что Украина героически сопротивляется, при том, что весь мир на стороне Украины, при том, что Украине помогают оружием, там, финансами, приемом беженцев, на самом деле у всех абсолютно установка на оборонительную войну. Не на наступательную войну, а на оборонительную. И вот это, мне кажется, абсолютно необходимо вот сейчас уже после опыта вот этой 8-месячной оборонительной войны абсолютно необходимо пересмотреть. И эту тактику должны пересмотреть со своей стороны и украинское правительство, украинское командование. Задача Украины – убедить своих союзников в том, что эта тактика неправильная. И, конечно же, эта тактика – она, может быть, ну как сказать, гарантирует то, что Украина сдержит наступление российских войск, но она не может гарантировать победу над Российской Федерацией. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.